Здравствуйте, мы в Сочи. Мне пришел на один из моих сюжетов про зимовку цитрусовых такой комментарий. Зачем вы вообще заносили цитрусовые? Температурной зимы даже в Новороссийске не было. У вас пальмы не вымерзают, суета какая-то. У вас на улице в грунте все растет. И я хочу прокомментировать, показать, как растет в грунте. Сейчас, как пережили цитрусовые зиму в Сочи в грунте, и как пережили горшки, которые я занесла в помещение. Ну, зима на всех, конечно, не очень хорошо повлияла. Ну, вот почувствуйте разницу. Вот этот лимон, сейчас 7 марта, весна наступила. Я уже из помещения вынесла. Вот этот лимон, кстати, вынесла. Для того, чтобы обмыть его листья, все уже, весна наступила, пора. Пора выносить и пора его на солнце, потому что, конечно, он полистопадил. И сейчас продолжает еще это делать. Вот. Но я это связываю, все-таки у него много на нем плодов, вот они сохранились. И листья, конечно, желтеют, и они отпадут. Но, тем не менее, он сохранил свои плоды. Он пытался цвести на зиму, но все, нет, все осыпалось, не зародились плоды. Но все равно, это, ну, довольно-таки он здоровый, красивого вида. А вот второй лимончик покажу тоже. Тоже вот вынесла. Ой, упали. Упал лимончик. Вынесла его тоже промыть листья. Тоже у меня в помещении. Ну, в общем, я заморочилась и все горшки занесла в помещение. И правильно сделала. Потому что, вот смотрите, он уже на цвету. Но он еще не пошел в рост по зелени. Но уже зацветает. Был весь усыпан лимонами. Чуть-чуть отдохнул, как называет моя тетя. Лимоны, они такие труженики. Только-только отцвел, только завязал плоды, выносил и опять цветет. Вот, а теперь я покажу лимон, который у меня после зимы в грунте. Печальное, конечно. Так, сейчас я подниму этот. Давай сюда. Печальное, конечно, зрелище. Вот так вот это выглядит. Вот, так вот это выглядит. Вы знаете, зима была теплая, все было хорошо. Он даже цвел, в нем завязались плоды на нем. Вот, а потом наступило 3 дня морозов. Вот всего 3 дня. И этого хватило. То есть был постоянный минус. А вот видите, сухие листья. Причем я его уже очень сильно обрезала. Он у меня был закутан. Был закутан укрывным материалом. И вот все равно это его не спасло. Я его очень сильно обрезала. Вот лимоны. Ну все, они уже тоже вот их надо выбрасывать. Очень много на нем лимонов было. Я его тоже обрезала. Вот. Вот вы знаете, и я даже вот, ну вот, вот так вот это все выглядит. Он обмерз. Вот видите, сухие вот эти листья. И что с него? Ну, он, конечно, должен отрасти, но я вот смотрю, если его стричь, эти все ветки, то останется просто, ну вот, голый ствол. Потому что все посохло. Апельсинка. Ну, апельсинка еще как-то пережила. Она была маленькая, больше закутана. Ну, вот тоже, видите, вот, вот сверху. Я их, когда открыла, я их и так сильно обрезала. Сейчас вот придется еще по новой обрезать сухие ветки. Вот. Ну, в общем, не сказать. То есть, почувствуйте разницу. Вот он лимон. И вон лимончик. Ну, совершенно 2 разных дерева. Сейчас еще к мандаринкам подойду. А вот и мандаринки. А вот, ну это, конечно, выглядит чуть-чуть уже поживее. Мандаринки вообще считаются самыми морозостойкими. И говорят, ну, в литературе написано, что они выдерживают заморозки до минус 10 градусов. Ну, минус 10, конечно, у нас не было. Было минус 7, но это не важно. Я ее тоже очень сильно обрезала. И то вот я смотрю, еще не дорезала вот эти вот скрючившиеся листья сухие. Видите, их тоже надо обрезать. Померзли. Но мандаринка лучше сохранилась. А вот вторая мандаринка, она прям листопадит. Я ее тоже очень сильно обрезала. Вот если ее вот так вот потрясти, вот вы видите, сколько листьев с нее опало. Тоже вот не сказать, что вот это вот все хорошо. Она, конечно, отрастет, но урожая не думаю, что будет большой. Вот
три дня. И вот они сделали свое дурацкое дело. Вот видите, вот я прям смотрю все вот эти скрученные листья. Вот, причем, да, причем я очень сильно тоже обрезала. Хотя вот смотрю, ха-ха, у нее начинает почки, она зацветет. Это мандаринка. Это очень хорошо. Но тем не менее, вот. Или вот так вот выглядит то, что я заносила. И поэтому я для себя решила, вот не надо лениться, не надо на зиму заносить в горшках те цитрусовые, которые можно занести в горшках. Вот. А с тем лимоном, прямо не знаю, что делать. В принципе, его надо выкапывать и пересаживать в горшок. Все-таки лимоны для Сочи в открытом грунте, это очень рискованное земледелие. Хочу еще показать... Вот еще одна мандаринка. Вот. Тоже очень сильно ее обрезала. Вот сухие, опять же, такие вот сухие засохшие ветки, померзшие. Тоже еще раз придется обрезать. А тут ее обрезать, у нее ствол такой длинный, я зачем-то сделала. Ну, в свое время. Вот. Если ее обрезать, так вообще ничего на ней не останется, никакой зелени. Так что вот так вот печально после зимы выглядят цитрусовые в открытом грунте.